первый день отпуска у нас продолжается. Мы пришли купаться после обеда, пообедали, нас очень вкусно покормили, мы объелись, вот пришли купаться на море. Мама немножко искупалась, папа искупался еще меньше. Папа не любит соленую воду. Да, я забыл, что тут вода соленая, а почему-то мне соленая не нравится. Мне все-таки больше по душе пресная вода. Ну, я сейчас пойду еще немножко снимаю. Чуть-чуть поплаваю и поснимаю вот в таком боксе защитном поснимаю. Ну что, как вообще тебе отдыхается? Еще не поняла, но пока еще не поняла. Пока хорошо. Пока тебе не купили кулончик. Как кулончик купят, так сразу будет хорошо отдыхаться. Да, мамы? Ну, ты же еще не купил, поэтому не хвастайся. Да? Но так как ты уже похвастался, то ты должен вынужден. Да? Уже прям должен. Да. Хорошо, ладно. Ты же должен сказать подписчикам, как ты меня любишь. Да. Офигеть, ладно. То есть будем в тот момент, когда я буду снимать и расплачиваться за этот кулончик, я буду это снимать на видео, да? Зачем? Они все поймут. Ну как это? Нет, обязательно должен снять на видео. Они должны увидеть, как я тебя сильно люблю. Ну они же поймут. Да, а что они поймут-то? Господи, надо сам процесс видеть. Взяли сегодня с мамой путевочку. Или как это? На экскурсию. Экскурсионный билет. У нас никуда. Гора Ай-Петри. Завтра будет у нас очень красивые виды с высоты. Аж пойму, хрен поймешь, какой на Ялту. Ты тут снимаешь, я поправляю. Поправляешь? Да. У нас подписчиков станет когда больше. Да. Подписчиков тогда больше появится. Давай, покажи. Вот если я покажу, то подписчики до ворот разбегутся. Понимаешь? Появится подписчица. Подписчицы? Нет! Навряд ли. Так, ребята, я пошел в воду. Выхожу. Камни там. Всем привет! Мы гуляем по набережной имени Ленина, города Ялты. Вечером уже вышли гулять. И здесь очень много всяких уличных музыкантов. И вот мы решили просто сейчас уже пойдем в обратном направлении. Решили попробовать посчитать, сколько же здесь мы насчитаем уличных музыкантов.
Вместе с вами сейчас мы это попробуем сделать. Только это, конечно, только сколько мы увидим, потому что она как бы набережная такая широкая. И понять, сколько музыкантов, где они находятся, найти всех, это очень трудно. Итак, попробуем. Посчитаем музыканту. Он играет на скрипке. Ну, играет, не знаю, плохо, хорошо, не мне судить, я не... Вот играет на скрипке. Ну, как может, так играет. Это первый музыкант. Идем дальше. Здесь, кстати, находится всем известная канатная дорога, которую упомянули в легендарном фильме «Асса». Там этот, как у мальчик, Банана, едет на этом канатной этой дороге со своей любовницей, так сказать. Вот еще один трио. Только они сейчас перерывчик они сделали. Но они пели, играли. Гитара, синтезатор и соло. Поет. И вот девушка. Это вторые музыканты. Идем дальше. Кстати, третий музыкант, который, наверное, мне пока больше всех понравился из всех. Тут девочка. Смотрите, как классно она играет на саксофоне. Это же просто здорово. Сама зарабатывает денежку. Молодец. Зарабатывает денежку. Это три. Это какой же по счету? Четвертый. Четвертый музыкант. Идем дальше. Так, пока вот четыре музыканта. Кстати, вот здесь очень много, вон там мы прошли, всякие уличные художники. Было турнир по шахматам для детей старше 2 лет. От 2 лет. Ну там, да, там обучают, как не нужно учить играть детей в шахматы с 2 лет. Там написано, как не нужно. Да, то есть как неправильно, вот, чтобы неправильно не учили. Ну вот, очень много всего интересного. Пойдем дальше. Ой, да. Ой, и он стоит просто, смотрите. Ангелочек какой стоит. Шевелится еле-еле. Спит. Смотрите, где-то живой человек, господи. Мим, мим, это называется мим. Смотри, сколько же он красился-то, а? Бедненький. Это кошмар. Сейчас мы вам еще чем-нибудь интересное покажем. Идем дальше. Ой, смотри, смотри, как он плывет, где далеко. Офигеть. Плыву. В общем, ребята, сплошная обдираловка денег. Сейчас только что, сейчас только что потратил на жену. Страшно сказать, какую сумму денег. Не говори. Не буду говорить. Купил ей кулончик на шейку. Говорю, кулончик на шейку жене. И браслетик на ручку, на запястье. Говорит, любит еще больше меня. Идем дальше. Еще очередной музыкант. Смотрите, как он хорошо на трубе играет. С собачкой. Взял дяденька собачку. Это какой по счету музыкант? Пятый? Пятый, наверное. Идем дальше. Но чувствую, мы, наверное, сколько-то уже пропустили. Смотрите, люди. Море, Ялта, горы, праздник, отпуск, музыка играет. Что может быть еще лучше в этой жизни? А? Решили мы остановиться на этом дяденьке и немножечко послушать его красивое исполнение. Поближе. Слушаем.
слушайте музыку и наслаждайтесь. Очередной. Какой же по счету шестой? Шестой. Певец. А? Танцуют даже бабушки. О, дискотека. О, класс. Развлекает. А я их сорю. Обогрею в ладонях. Мой милый малыш. У нас мамулька радостная идет. Почему ты молчишь? Молодец, денежки зарабатывает. Идем дальше.